Закончился интересный этап соревнований по фигурному катанию в Сочи. Щербакова лидер, безоговорочный, набрала 239,91 балла. Чуть больше, но не так далеко набрала на втором этапе Кубка России Трусова 240,59 баллов. И получается, что мы имеем сейчас двух сильных лидеров на данный этап. И если они вдруг встретятся, то соревнования были бы очень интересными. Обе в произвольной программе показывают четверные прыжки, и у обеих программы произвольные очень сложные. Также не стоит забывать об Косторной Алене и Валиевой Камиле, ведь в произвольной программе в финале Гран-при 2019 года Алена показала класс в Турине и набрала 162,14 балла. Чистое красивое катание, ведь на тот момент она смогла перебороть себя и выучить триксель и так шикарно откатать всю программу. Валиева Камила – молодая, красивая, очень гибкая, очень прыгучая фигуристка, потенциал громадный. Программа «Шторм» просто взбудоражила сердца многих людей. Именно откатав чисто короткую программу, она стала лидером и победила опытную Трусову. Но в произвольной программе, к сожалению, что-то пошло не так. Дарья Усачева – это еще одна способная фигуристка, которая смогла обратить на себя внимание и оставить неизгладимые впечатления от проката, особенно на втором этапе Кубка России. Так что в моем арсенале 5 замечательных фигуристок. За кого вы болеете? Напишите в комментариях, будет очень интересно почитать.